В Омской области в год семьи в рамках проекта «Россия – моя страна» команда президента отправилась в Любинский, Кормиловский и Марьяновский районы. Цель – оказать дополнительную социальную поддержку населению, укрепить семейные ценности. Инициатор проекта – Владимир Путин. В рамках нашей деятельности мы с первых дней спецоперации поддерживаем именно многодетные семьи. Стараемся оказывать разную консультативную помощь, адресную помощь, какие-то текущие вопросы и проблемы решать и всегда находиться с вами на контакте. Вот у нас проект сегодня, по сути, стартовал, и Марьяновский район стал первым районом, куда мы выехали. В составе выездных бригад представители органов власти, регионального отделения партии «Единая Россия», отделение Общероссийского народного фронта, волонтеры, выдающиеся спортсмены и творческие коллективы. Бригады на специальном транспорте. Здесь и передвижные пункты здоровья. Для жителей районов организовали консультации медиков, в том числе узких специалистов – кардиологов, онкологов, педиатров. Всегда есть вопросы кадрового обеспечения и приближения специализированной первичной медико-санитарной помощи для населения. И одно из важнейших направлений, вот те федеральные программы, это сосудистая программа, это программа помощи онкологическим больным. И сегодня к нам выехал онколог из онкодиспансера. То есть всех наших пациентов принимает сегодня неограниченно все, сколько придут. И у нас достигнута договоренность с онкодиспансером. Теперь этот специалист будет приезжать к нам каждую субботу. 19 января жители Любинского, Кормиловского и Марьяновского районов сдавали экспресс-анализы, принимали участие в автограф-сессиях, зачетах по ГТО, интерактивных играх. А в финале насладились концертом «Моя семья, моя Россия». Люблю тебя, Россия. Акция. Мы выезжаем в районы, оказываем шерстскую помощь, чистим снег. Также мы ходим в школы, проводим агитационные работы с старшими классами, играем в подвижные игры с младшими. А вечером мы показываем концерт. Организована помощь в уборке снега во дворах одиноких пенсионеров и семей участников специальной военной операции. Омичи также побывали на консультациях местных специалистов, обсудили проблемные вопросы. Выездные бригады команды президента в рамках проекта «Россия – моя страна» посетят и другие районы Омской области.